пряный джем из абрикосов на канале Мир Марго. Смотрите внимательно! Абрикосы вымыть, нарезать. Добавить сахар, гвоздику, анис, натертую на крупной терке корицу. Хорошо перемешать. И оставить на ночь в холодильнике. Затем поставить массу на огонь и кипятить в течение 5-7 минут. Горячий джем разложить в стерилизованные банки, закатать и дать остыть, хранить в прохладном месте. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на канал и ставьте нам лайки. До встречи!